25 числа команда, моя команда в количестве 16 человек. Мы выехали в город Одессу на чемпионат, на Кубок мира по Годзюрю карате. По результатам соревнований 20 мои подопечные заняли 21 мест на Кубке мира. Команда Украины заняла первое место в общем зачете, второе место заняла команда Азербайджана и третье место команда Ирана. Подготовка к этому турниру у нас заняла очень большой промежуток времени. Мы выезжали в Карпаты на сборы командой. По приезду в Киев летом мы не останавливали тренировочный процесс, работали. Очень сложно нам давался, все переживали, все на каких-то, ну, на внутреннем переживании. Мы по приезду в Одессу, когда выступил наш первый, самый маленький участник турнира, Стрельцовый Эдик, Онищенко Кирилл. Как-то, ну, так отлегло. Первая категория, первая медаль. Причем первое и второе место разделили между собой наши ребята. Это направление интересно тем, что оно включает в себя такие разделы, как ката. Это бой с тенью. Включает разделы шобу-кумите. Очень интересные разделы и рукумиго, и рукумидзю. В рукумиго и в рукумидзю включается бросковая техника, удушающие, болевые, ударная техника. Я считаю, что это, ну, очень интересное направление в карате, где человек может выступать, спортсмен может выступать как и в ката, как и в шобу-кумите, так и в полноконтактных разделах карате. Отличается правилами, техникой, разрешенными и неразрешенными ударами, оценкой наносимых ударов. Как бы все, ну, восточные единоборства, они плюс-минус где-то схожи, да? И опять-таки все зависит от тренера, что он готов дать спортсмену своему. Я считаю, что человек, который занимается профессионально этим, он может абсолютно спокойно переключиться с одного вида карате на другое. Мы не учим агрессии. Карате – это искусство. Не учим для того, чтобы они выходили на улицу и применяли это на улице. Это категорически запрещено. Категорически запрещено. Таких случаев в моей практике, я не помню, их не было и не будет. Следующий, ну, вот выезд такой грандиозный планируется в Тбилиси в следующем году на чемпионат мира. Если турнир проходит только по взрослым, там выступает, ну, только сборная. А как обкатывать по-другому детей маленьких? Готовить их к этому? То есть тренировок недостаточно. Ну, я всегда говорил и говорю, даже вот новые ребята приходят к нам, что одни соревнования равно, там, образно говоря, 100 тренировок. Соревнования дают большой толчок детям.